Сегодня состоится лекция «Музеи, архивы и библиотеки современных художников». Спикер предлагает обсудить коллекционирование и собирательство как художественные практики, а музеи, библиотеки и архивы как художественную форму. На лекции будут представлены проекты «Музей современного искусства. Отдел Орлов» Марселя Бротерса, «Музей Диниты Сингх», «Плоский мусор» Дитера Рода, «Акцион» Ани и Виталия Черепановых. Также можно будет познакомиться с работами художников Корнеили Паркер, Джозефа Корнелла и Клаудио Пармиджани. Вход свободный, количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Не пропустите премьеру программы Лондонского международного анимационного фестиваля «ЛиАФ». 9 фильмов из Азии, Европы и США отобраны для российских показов из обширной международной и национальной программ. Это важнейшее анимационное событие в Европе существует с 2003 года. Конкурсная программа представляет многообразие анимационных техник и новые тенденции в отрасли. Фестиваль развенчивает миф о том, что анимация – это исключительно мультфильмы для детей. Каждый год «ЛиАФ» представляет аудитории умные, провокативные и актуальные фильмы режиссеров со всего мира. Свердловский рок-клуб. Всего три слова, но так много воспоминаний. Посетите сегодня музыкальный вечер, где Владислав Чепиного вновь исполнит столь полюбившуюся слушателям программу. Вы услышите любимые композиции ключевых фигур уральской рок-музыки в фортепианном исполнении. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.